Угонщик после совместного распития спиртных напитков с другом сел за руль его машины и отправился бороздить бескрайнюю степь района. Законный владелец, опасаясь за сохранность своего имущества, обратился в полицию. Информация об угоне транспортного средства была передана наряду ДПС, ОГИБДД, МО МВД России «Советский». Автомобиль под управлением подозреваемого был обнаружен на полевой дороге между поселком Макроус и селом Яруслан. В ходе непродолжительного преследования транспортное средство было остановлено, водитель задержан. И сколько лет? 18. Точно есть. Нет, сколько вам лет? Мне? Да. 19. Нет. 21. 23. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.